спасибо огромное. Вот только с этой песни началась моя творческая жизнь. Но, вы знаете, жизнь, она сложная штука. Я убедился на своей шкуре. Серьезно заболел. Я не опустил руки. Я дома придумал вокальные партии для каждого музыкального инструмента. Поскольку я плохо играю, но пою я нормально. Пришел в студию звукозаписи и начал с ритм-секции. Дальше я записал трубы. Потом бас, бэк-вокал. Потом с помощью звукорежиссера я соединил все треки воедино, и получилась музыка. Кстати, редкий случай, когда можно не только подпевать, не только аплодировать, но также жужжать и свистеть, поскольку вся музыка сделана из голоса человека. А чтобы это было легче сделать, мы споем с вами песню «Зеленоглазые такси» и подпеваем вместе! Можно погромче, пожалуйста.
Oh.